Всем привет, дорогие подписчики, это мой канал, как вы знаете, меня зовут Алексей Миронов, и как я обещал, может кто не знает, кто не смотрел видео, хотя даже может не обещал, я выложу видео про игру Mountain Blade. Итак, захватываем мы его на замок. Попал. Убил. Не понимаю почему, но обычно они сопротивлялись. Ладно, сейчас я кое-что сделаю. Подождите немного. Итак, я продолжу с друзьями. Уже как-то интересно стало. Началось сопротивление, и мне уже это нравится. Ладно, начну как-то стрелять теперь. Вот мне интересно, что вот надо снять это на открытом месте, который нахера, конечно, получается попасть, дорогие друзья. Ну что, как получается? Вот это же как-то сходит. Вот я могу. Так, вон сейчас еще один сделаем. Что-то они все стремятся вниз, дорогие друзья. Да, это действительно жалко играешь. Какой смелый рубинчик. Полетел. Очень трудно попасть, действительно. Можно попробовать что-нибудь. Скрыли, как попадает. Ладно. Я понимаю, что надо чуть-чуть прикрыть. Слишком количество людей. Вы просто в диспетчерке для задач выберите, нажмите правую кнопку мыши по этой игре, нажмите перейти к процессам и поставьте правую кнопку мыши высокий приоритет. Тогда я думаю, у вас снова будет лучше. Ну, я еще тут на пендиками настроил чуть-чуть. FPS подвесил. Так что у меня тут набил. Даже не знаю как. Тем более, комп у меня на игровой основнике. Где я замутить канал. Конечно. Помню, у меня пробудилось. Вот так вот, короче. Слава богу, хоть как-то работаем.
Отличный план. Ну вот я не мой армии не сделал все. Так, я постараюсь. Сейчас тогда еще одну битву устроим. Опять сделаем добро. Будем обороняться. Сейчас я прерву на небольшую паузу. Ожидайте. Итак, я продолжаю видео. Но, к сожалению, долго мне эту крепость, но ладно, меняться не буду. Я еще сделаю. Будем пока что вот так. Вот каких-то пар. Давайте. Вот так надо делать. Желательно стрелять я по ногам. Самый выгодный способ это стрелять по ногам, когда мы вторым стрелять будете стрелять. А у меня... Он сейчас поменяется. Вот, ко мне, друзья, рыбачки присоединяются. Продолжаем, по-моему. Готов. Ну, я думаю, что вскоре начну снимать свою карьеру. Я там уже видимо хорошо прокачался. Точно в цель. Готов. Так. Вот видите, они стреляют в стену, я их соберу. Можно все, что все сделал. Появить. Ну, вот так вот, дорогие друзья. Кажется, блин, эти каски у меня очень серьезные дела. Видите? Нет. Нет. А мы говорим, стреляйте, мы даже не подозреваем. Закон скачивания игры как-нибудь я буду поищу, я просто не помню, где я его заскачу. Искать. Отлично, там так. Вот и все. А он типа стоит, потому что можно стрелять закончить. Так. Ну, я нас
начали атаковать очень серьезно. Даже не знаю, что сказать. Смотрите, смотрите, какие мячики. Вот так вот он заходит. Кстати, очень большой шанс сорвать ворота. Почему ты не построил столько еды? Точно встречу. Ты шо, ты шо? Смотрите на них какие-нибудь эти ваши. Давайте посмотрим, если еще куда-нибудь. Я тоже побежу. Дорогие друзья, так, это очень важное дело. Замерите там маскировщика. Не покупай. Ну вот и все, дорогие друзья. Это было очень легко. Итак, я перевернусь на небольшую паузу и мы продолжим сражаться на том же ванге, только защищаться. Ну что ж, дорогие друзья, мы, как я начал, продолжаем. Так, у меня, конечно, будет очень хорошо день тащить их сверху. Кажется, что здесь не очень все так реально. Ну, у них попала одна стрела, например, у вас. Да. Ну, это немного, конечно, не жизненно. Это постепенно очень двигается. Не любите делать. Ну что ж, вот так и. Чувак, стоп, он такой.
Как говорится, выпустим всех стрелы в нас. И пусть они помирают на кругу. Но с ними стрелы делиться не будет. Ну, какой-то в броне какой-то, если честно говоря. Не убивай, не убивай. Я спрыгнул, и у меня мало чего осталось. Отлично. Видите, как тем заниматься. И вот и все, тащите как ничего. У нас меньше, у нас меньше 4. И еще одна пауза. А на этот раз я решил поучаствовать в небольшом скачке. Ой, как говорите, это не очень интересно.
Конечно, не понимаю, но надеюсь, больше не будет так много больше команды, ставить как мне. Не могу. Удачно, конечно, удачно. Я еще буду на крестьянскую дому. Ну, потому что всем благодарю, с вами был Лев. Пока.